Молодец. Давай ребятам расскажу. Мне понравилось, когда я спускался, как настоящий скалолаз вниз, обратно. Вот так. Меня по веревке спускали. А сюда? А это учебник. Учебник. Второй, но посложнее. Или куда? А зачем тебе легкий? Иди на тяжелый. Давай, раз это. Вот ты, а? А ну давай, давай. Эвакуация. Help me.
Данил! Смотрел, как ты делаешь, чтобы так же делать. Ты же не будешь ему постоянно делать.
Данила, hi. Давай! Yeah.
человека на площадке. Данила, на третий уровень пойдем. На третий давай. Передохнешь давай. Ну это я, блин, не могу снимать, поехать так медленно. Ну, не, ну сыночка, ну потом. Данилочка, он бывает у всех по-разному. Потом научился. Научился же потом. Иди, но потом на третий идет, да? Да. Это же третий, да? Посмотрим, там еще дальше, только начало. Beginning. Подожди, стой, Андрюха, стой! Подожди! Вот хоть сделаю, стой! Вот так вот, подожди, лицо мне надо!
можно взять. Лиза, Лиза. Лиза, вот с другой стороны взрываешься. Вот так вот. Вот. Вот эти головы. Да не успокойно, чтобы не раскачивала. Подожди, она успокоится. Нормально идешь, хорошо. Держись, держись, руки это все. Давай, 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 спокойно. Подтягивайся, подтягивайся, подтягивайся. Еще, еще подтягивайся. Отдохни, собери силами. Ты ногу неправильно ставишь. А что здесь лезть? Отдохни. Отдохни. Ну ладно, давай. Ты не трус, но ты боюсь, да? Да не, давай попробуй еще. Давай еще. Разочек, давай. Да. Снимай тебя, что ли? Давай раз. Не получится, тогда уже сними. Давай еще раз. Давай, давай раз. Раз. Я тебе подскажу, как проходить. Тебе подсказку. Ну и что, будем знать, вот с этого начнется второго уровня, чтобы прошел все. Да еще плюс усталость у него. Да. И руки. Данила, все нормально. Молодец. В следующий раз возьмешь этот уровень. Окей? Немножко неудачи, но это ничего. Ты просто, у тебя руки устали, поэтому ты испугался.
эвакуация. Help me. С самого начала неправильно шаг поставил. Он другую ногу поставил правую, но ногу слева, чтобы туда. Да. А подскажите ему, он в следующий раз поедет, как правильно отстанили. Данил, запомни. Смотри, подбавь. Понял? Дай фонарик. Спасибо большое! И ногу правильно ставить. Молодец. Давай, ребята, поехали. Мне понравилось, когда я спускался, как настоящий скалолаз вниз, обратно. Вот так. Меня по веревке спускали. Ну все, дед. Так что...